Уже завтра жители Сухума не заметят последствий стихии, которая случилась на днях. Такое обещание дал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня. Ну, вчера было сложнее, 86 человек работало, много домов было затоплено, но во всяком случае самый основной удар был вчера. В принципе, я считаю, что ситуация уже нормализовалась во многих объектах, я имею в виду в Сухуме, в Сухумском районе. Чрезвычайная ситуация ликвидирована. К великому сожалению, ущерб есть определенный, это на Ищевской трассе. Ну, тоже занимается, все будет нормально. Городские службы, можно сказать, в поте лица ведут работы по преодолению последствий наводнения, ставшего следствием ливневых дождей, прошедших в предгорьях.